Протяженность ливневой системы только на территории города составляет порядка 150 километров. И всю ее нужно очистить. Объемы работ огромные, которые требуют больших финансовых и человеческих ресурсов. Но тем не менее делается все, чтобы решить данную проблему. Для строительства новых ливнеотводящих каналов привлекают подрядные организации. В очистке ливневок с помощью районной администрации задействуют на безвозмездной основе сторонние организации. Продолжается приобретение необходимой техники. В городе продолжают чистить ливнистоки. Для улучшения общей городской пропускной системы параллельно выполнялась промывка труб и переходов. Администрация города и района благодарит индивидуальных предпринимателей, которые приняли участие в очистке системы ливнеотведения. Среди них общество с ограниченной ответственностью «Энергоопора» – руководитель Виталий Стасовский. С его помощью очищено порядка пяти километров улицы Комсомольская от Колхозной до Дзержинского. Индивидуальным предпринимателем Александром Гупола выполнены работы по улице Ленина. Общество с ограниченной ответственностью Соло, руководитель Сергей Маздор, помогло городу выполнить очистку ливнестоков по улице Набережной и Ленина. Работы по увеличению пропускной способности системы ливнеотведения города будут продолжены.